твой приезд в Уфу. Чем обязаны визиту твоему в Уфу и что за проекты здесь у тебя? Давно готовилась к приезду. На самом деле мне где-то примерно месяц назад предложили быть приглашенным гостем на презентации нового модельного агентства «Империя Model Management». Они проводили фотосессию со звездами в Москве. Мы видели. Вообще, ребята молодцы, это модельное агентство, потому что я знаю, что Давиду, который один из организаторов, ему вообще 18 лет, а кто 18 лет открывает модельное агентство. И они планируют в ближайшее время в Москве опять устроить фотосессии. Ну, я жду их в Москве, я всегда рада помочь, поучаствовать в фотосессии. У тебя нет у самой желания